Я занимаюсь фридайвингом 10 лет, ныряю на 108 метров в глубину. Обычно ныряю в теплых морях, в прозрачных, чистых и, самое главное, теплых. Мои друзья долго уговаривали для того, чтобы понырять под лед. Первая реакция была такая, типа, что я там забыл? 20 лет я прожил на Камчатке, и да, я холод не очень-то любил. 2 года я уговаривала этого человека, и пока не была придумана идея, что может нырнуть какой-нибудь рекордик, вот, у него интереса вообще, по-моему, особо такого не было. И вот я решил попробовать посмотреть, что они там в этом холоде-то любят. Моя очередь. Смотрела. Костя сказал, что сейчас пока лед голый и толстый очень. Mm-hmm. Сантиметров 50. Ого. Главное, чтобы пурги не было, когда ныряли. Да. У тебя какой план? Хороший. Нырнуть на метр больше того, кто нырнул больше всех. Кто бы с уверенностью? Mm-hmm. Человеке. Откуда что берется? Красота. Коротенький брифинг. Очень короткий. Привет. Смотрите, мы сейчас едем на снегоходе. Сидите, пожалуйста, внутри саней, не вставая, пока я не скажу, что можно вставать, или не заглушу двигатель. Собственно, все, правила такие несложные. Вот, старайтесь себе не причинить каких-нибудь травм и неприятностей. Дорога займет минут 15. Это, наверное, крупнейший вот дайв-центр, специализирующийся на подлёдных погружениях разного уровня. То есть несложно заняться зимним подлёдным фридайвингом в озерах на севере Европы или в горах, потому что они замерзают. А вот море, так, чтобы оно замерзло, таких мест не очень много. Когда я сказал моим друзьям, Косте и Тане, о том, что я собираюсь тут нырять и нырять глубоко, они очень долго смеялись. Андрей подо льдом рекорд. Это же смешно. Он вообще же мерзляк. Я не ржал, потому что мне Таня написала, мы хотим поставить рекорд. Я окей, мы поможем. Вы же едете сюда что-то делать, это хорошая цель. Я сюда приехал попробовать нырнуть на пределе своих возможностей метров 70 в глубину, или, может быть, даже 71-72. Попробовать как-то нырять в ледяной воде под льдом. Воду разбавляй, потому что тут горячая прям совсем. Ну, то есть там чуть-чуть можно брать забортный из майны. Ага. А можешь не брать, я не знаю, как тебе нравится. Нравится горячей водой совсем. Спортом я занимался всю жизнь. С детства я занимался лыжными гонками. И даже шахматами немножко занимался. Занимался единоборствами. А вот когда я начал нырять в глубину и понял, что это мне действительно очень сильно нравится, я отказался от работы в офисе и стал инструктором. Я был экономистом, замначальника планового экономического отдела. Я очень быстро принял решение о том, что мне важнее. Вот я просто в конце 2014 года положил заявление на стол и полностью переполз в фридайвинг. Вот она, минута славы, да? Ты выходишь, а на тебя все смотрят. А ты такой, вот, блин, не обо***ться, да?
Мы сейчас уедем, не переживай. Ну вот он, тот момент, которого я так долго ждал. А как общественность к матам относится? Нормально? Вот что? Нормально. Потом привыкаешь, а вдруг? Мы свои ласты нечаянно оставили в Санкт-Петербурге. Мы приехали сюда без ласт. Вот теперь у нас есть ласта Кости, одна на двоих. У меня нога больше, чем у Кости на 3 размера, поэтому в носке я в его ласту точно не влезу. Влезть бы вот и продержаться обычной голой ногой. Я мыло туда налил до хренища. Да? Да. Поэтому мы взяли, разрезали носки. Прилепили их сверху моноласты, и вот нырять я буду вот в таких валенках. Есть вообще куча сомнений, что вот это вот все будет работать. Ты готова? Да. Сколько ныряешь? Это раз 30, наверное. Когда мы погружаемся вниз, весь воздух, который находится у нас внутри, из-за давления начинает сжиматься. И считается, что где-то на глубинах 80 метров и глубже наши легкие становятся размером с апельсин. Сосуды наполняются кровью, и в каком-то месте они не выдерживают, и могут стенки сосудов повредиться, и кровь выходит либо в легочное пространство, либо стекает по трахее, либо где-то в гортани собирается. I'm okay. Молодец. Сколько? 40. Мне казалось раньше, что я нырял туда, где темно. Думал, да, вот он, true фридайвинг, настоящий, страшный. И как-то я на этом так сильно заморачивался, что мне даже пару раз сон приснился, как я туда, в эту черноту погружаюсь. А здесь все проще. Тут никакой черноты внизу, тут она просто везде. Я ничего не вижу. Трос был сантиметров 10, я его по лайнеру нащупал. Вот я его взял в руку, смотрел на него и так и не увидел. Ни руки не увидел, ни троса. Мы должны все время проверять наши пути, по которым мы ездим, потому что снегоход может провалиться под лед, сани могут провалиться под лед. Вот она, трещина. Она идет вот так вот через всю бухту. И она постепенно размоется и будет выгрузить. Здесь вот всего 20 сантиметров. Вот до сюда. То есть еще пока ездить можно, но это 2-3 дня может быть уже. Будет 15, и на снегоходах уже нельзя здесь ездить. Белое море приливно-отливное, и 2 раза в день вода приходит из океана и уходит. И в некоторых местах, в зависимости от ландшафта, течения усиливаются. Вот есть места, про которые мы уже знаем здесь, где эти течения быстрее всего размывают лед. Там обязательно проверку надо делать. Ну, ты как бы ищешь баланс между тем, как согреваешь, ну, я так для себя выбрал, между тем, как ты замерзаешь и вот, комфортными ощущениями. У тебя в арке
когда ты нырял на 65, там все чисто было, без травм? Без травм. Вообще все легко прошло. Там на удивление легко. Потому что ты замерз нахрен. Да потому что они еще в палатке замерз. В 2015 году в точке географического Северного полюса я нырнул на 65 метров, и глубже меня там никто не нырял. Наломы льда, которые уходят на глубину 15-20 метров. Чистейшая вода, просто чистейшая. Вот с 65 метров все было прекрасно видно наверх. Глыбы льда вокруг майны, веревка. Там темно тоже, но не так, как здесь, в Белом море. Здесь в Белом море сложнее нырять, чем на Северном полюсе. У меня там заклинило только уши на 50 там, с чем-то метров. И что ты делал? Ничего. У меня такая в голове такая, я не развернусь. И пошел дальше. Я оно продулось? Продулось. Продулось? Сейчас ныряешь такой. Где воздух? Да какой нахрен воздух? Вот тут вот морда просто болит и все. Но рецепторы болевые, вот эти, которые температурные, они очень адаптивные. Они быстро адаптируются. А это, собственно, рецепторы температурные срабатывают вот на лице. Вот эти болевые ощущения – это рецепторы боли. А они, ну, по идее, день-два и обычно все проходит. Не знаю. Отмирают. Они не отмирают, они, у них чувствительность снижается. Снижается чувствительность. Да. Все, они такие, а, ну раз нас вот так, ну ладно, хорошо, будем боль чувствовать по-другому. Массаж грудной клетки снизу ребер и немножко с обратной стороны под ребрами для того, чтобы расслабить крепление диафрагмы. Чтобы ребра были подвижны, можно немножко их в сторону порастягивать. Никакой мистики и шаманизма тут нету, эзотерики. Подожди, ну как я с лазером буду это все надевать? Нормально будешь. Таня. Так. Мы через минуту залезем же. Самое тяжелое в нырялке на севере – это одеться. Да. Я не могу работать в таких условиях. И меня давит со всех сторон. Семерка? Там вода давит. Семерка. Здесь ты. Я не готов. Мне нужен еще год на подготовку. Мы с Андреем работаем вместе 2014 года. Ведем наши курсы и тренируемся вместе. Это связано в первую очередь с тем, что фридайвинг в одиночку, он в принципе невозможен. Спортсмены находятся в какой-то зависимости друг от друга. Один страхует, другой ныряет и наоборот. Андрей, он более такой спокойный, уравновешенный. Я, наоборот, немножко взрывная. И как бы это как раз дополнение хорошее. Таня, ну она суровая внешне, а так очень хороший, верный друг. Надежный. Горячей воды в уши надо. Еще? Ага, хорош. Спасибо. Я ей не могу не доверять, потому что если я совершаю нырок
на какие-то предельные для себя глубины, я должен быть на 100% уверен в человеке, который меня страхует. Поэтому однозначно я ей доверяю. Конечно, доверие большое. Мы же еще и тренируемся вместе. Все-таки мы еще спортивная команда, плюс ко всему, выступаем на различного рода соревнованиях. 5, 4, 3, 2, 1. Старт. Плюс 10. Во время моего разворота я должен взяться за трос и хорошенечко подтянуться для того, чтобы моя коллега наверху услышала это движение. Ныряет таким образом, чтобы встретить меня примерно на глубине около 20 метров. Что-то рано развернулся вроде. Что-то делает там. Пошла я пораньше. Может возникнуть потеря сознания в случае, если ныряльщик переоценил свои возможности. Последние метры самые опасные, потому что у нас заканчивается кислород обычно в это время. Соответственно, те метры, когда я поднимаюсь наверх и которые опасны, я это совершаю вместе с моим коллегой вместе. И в любую секунду, если я теряю сознание, она готова меня подхватить и вытащить наверх. Я уже не помню, сколько раз Тань спасала, но я вот на 100% в ней уверен, что она это сделает, и делала она это несколько раз точно. Веревка, что ты там делал? Ну так срывать в темноте, знаете ли. Что ты дергал. Фу. Ну, что там? 70 метров. Трос выставили на 71 метр. Я нырнул, а поскольку веревка у нас была старая, статическая, там погрешности набежало 1.5 метра. И вместо 71 я нырнул 69,5. Чтобы нырнуть под лед, нужно совместно приложить усилия многим людям, которые тебе фактически помогают это сделать. И сам ты действительно ничего не сделаешь. Не будет проруби, не будет тепла, не будет поддержки, не будет страховки. Ничего ты не сделаешь. Ну, можешь утонуть, правда, да. Это можно. Пожестче, резче, как бы резче движение. Резче. Вертикальнее. Да. Левой рукой на себя сидеть. Больше вход. Зубами скрепить. Да, ну чуть-чуть разозлись, соберись. Вот, да. Вот, молодец. А давай, не заваливай угол, ровнее пили. Темп не снижай. Смотрите, мы приехали в место, которое называется бухта биофильтров. Все самое интересное в этой бухте вот здесь, вот около этой стеночки. Стеночка уходит на глубину примерно 5, 6, 7 метров. Основной ледовый щит примерзает к ней. И каждый день с приливами-отливами вот он ломается об эту стену. В результате образуются такие вот торосы, причем они здесь специфической формы, они такие круглые, как шары. Дальше стеночка, она покрыта там ламинариями, водорослями, фукусами. Там тоже есть обитатели литорали, гложаверные моллюски, которые сидят и на стене, и на этих водорослях. Чтобы встретить ангела, нужно специально этим как бы заняться. Поплавать, покружить в толще воды. Морские ангелы – это планктонные организмы, это моллюски. Выглядят они совершенно фантастически, на мой взгляд, на ангелов не очень похожи. Больше на чертей, потому что у них такие рожки на голове.
Ой, привет. Привет, дорогая. Ты меня нормально слышишь? Да нормально. Ты там как? Нормально. Я сегодня 70 нырнул. Ясно. Темно там? Ну, нормально. Привыкаешь. У меня фонарик есть. Я необычно не рассказываю никаких ужастиков для того, чтобы она не волновалась. А потом, когда я уже здоровый или ситуация разрешилась, да, я ей все рассказываю. Молодец, говорит. Отличный вид спорта. Больше никуда не поедешь. О, Максим несется. Максим, иди папе привет, скажи. Понятно? Макс, привет. Скажи что-нибудь. Здорово. Застеснялся. Семейные отношения, они тоже подвержены каким-то, какой-то рутине. А когда я начал заниматься фридайвингом, то за счет того, что мы стали реже видеться, наши отношения стали гораздо теплее и ярче, потому что ну, я очень сильно жду, когда домой приеду. Жена ждет, когда мы встретимся. А когда домой уже? А? Не будем вечер, говорю, со скандала начинать. Ну, 12-го, скорее всего. Да я тебе напишу потом. Хорошо. Максим, ну ты как делаешь, не пусти. Тот парень, который побил мировой рекорд 71 метр андрайс, он сделал еще один нырок и нырнул 75 метров. И, соответственно, у меня утром сегодня поменялся план. Вместо того, чтобы нырять 72-73, мне надо было нырять 76. Я не понимаю, как ты считаешь. 1,5 метра разница в веревке. Да. Мы ставим мою глубину 76 метров и прибавляем 1,5. Получается 76 плюс 1,5 – это 78 метров округленно. Где 80-то? Я попросила Костю страховать. Значит, рекорд есть рекорд. Мы будем, скорее всего, вдвоем его страховать. Так будет правильно. На всякий случай. Как плыть относительно тебя? Лицо смотреть сбоку? Да пофиг. Вообще пофиг. Только смотри, я где-то после 10 метров могу перестать плыть, задуматься так, прикидывать, всплываю я, не всплываю, и может быть опять начну. И перед поверхностью я выдохну. Если что, не пугайся. Андрей очень сильный фридайвер, который ныряет глубоко. И он поставил задачу, на мой взгляд, вполне выполнимую для него. То есть, если бы он поставил задачу, скажем так, нырнуть на 100 метров, я бы сомневался в, не то чтобы в адекватности Андрея, но в возможности сделать такое. 2 минуты. Нырять не хотелось. Надо прям через себя переступить. Я просто останавливаю этот внутренний диалог и просто сосредотачиваюсь на своих ощущениях, на ощущениях тела и того, что меня окружает. И потихоньку он стихает, и там некому говорить. Там просто тишина. 5, 4, 3, 2, 1. Старт. Разворот. Грустный какой-то. 1:40. Еще дыши. Там окей. Еще дыши. Спасибо. 78. Дыши. Почти 78. Молодец. 78 метров. Поздравляю. Круто. Молодец.
Андрей, получается, заявил. Да, дальше снимаем. Таня сказал 78. Ой, ой-ой-ой. Вроде тот чувак, который мировой 71 нырял, он 75 сейчас нырял. Пусть. Очень было интересно посмотреть на то, как я буду реагировать на то, что я больше всего не люблю, на холод. Я 2 года Тане говорил, что я не люблю холод, я сюда не хочу, не надо вот этого всего. С этим можно работать, и в этом можно даже находить приятные стороны и получать удовольствие. Есть даже большая вероятность, что я сюда вернусь. Это не странно, и действительно попробую еще дальше углубляться. Мамочки! Если тебе это нравится, то для тебя нет ничего невозможного. Если тебе это интересно, если твое внимание все вот в этом. То есть можно искать сотни причин, почему это не делать, а можно найти сотни возможностей, чтобы сделать это.